Степанида. Степанида? Степанида, привет! Она взрослая уже? Да, да. Сколько ей годиков? 15. 15 годиков. Мы знакомимся со Степанидой. Нам сейчас подскажут еще раз, как порода называется. Перуанская? Перуанская орхидея инков. Перуанская орхидея инков? Да. Вот это да, вот это порода. Вот, Татоша, смотри-ка. Вот она тебе в тете, конечно, годится. Хотя тебе 8 годиков, ну а ей 15. Вот она какая необычная. Вот это папа-то думал, что она с пляжа позагорала и возвращается. Эмилирование у нее какое. Вот папа сначала подумал, что это китайская хохлатая собачка. Но его поправили тут же гости из Перу. Из Перу. Из Перу. Из Перу. Из Перу. Перуанская орхидея инков. Во! Так ты еще из инков помнишь? Ну ты моя молодец какая. Да тоже иди. А что, у нее ножка болит, да? В этом. Лапка чуть болит. Ну правильно, возраст уже, наверное, на пенсии. Уже на пенсии. Вот такие у нас сегодня необычные знакомства. Первое знакомство у нас было с американской миниатюрной овчаркой. Познакомились. Вот бобтейл. Она, правда, молоденькая, 9 месяцев. А вот познакомились уже со взрослой. Со взрослой. Очень взрослый. Очень взрослый даже дамой. Все, спасибо за ролик, всего доброго.